Сдавший ЕГЭ на 100 баллов получит по 1500 рублей. Такая мера поддержки ярославских умников вводится впервые. В прошлом году 100 бальников было несколько десятков. Круглых отличников решено поощрить премией в 3000 рублей. А за одну или две четверки в аттестате дадут 2000. Правда, заработать много не удастся. Если выпускник сдал на высший балл несколько ЕГЭ и получил в аттестате все пятерки, его поощрят однократно, но максимальной суммой. Кроме того, отличникам полагается еще и областная премия 2500 рублей. Ее можно будет получить плюсом – городским поощрением.